Бассет Хаунд в собачьем мире известен как клоун. Он обязательно будет вас веселить, несмотря на постоянное грустное выражение лица. Ромбовидные глаза, очень мягкие длинные уши, складки на шее и массивные лапы. Пожалуй, именно так можно описать эту собаку. В нашем регионе, да и вообще в Европе, эта порода довольно редкая, поэтому на выставках ей всегда уделяется особое внимание. Привлекает в этой породе, в частности в этой собаке, ну это у всех пород, это у всех собак этой породы, это то, что она очень самобытная. Очень самобытная. Она что захочет, она то и сделает. В любом случае. Но при этом она очень легко обучается. Ей нравится. Она очень умная. То есть она следит за вашими движениями, за вашей интонацией, за моей интонацией. Она слышит, когда я чем-то недоволен. Она начинает себя вести немножко по-другому. Когда я доволен, она тоже начинает вот это бегать, прыгать. У этой собаки самый большой и широкий нос. И к тому же Бассет Хаунд – мировой рекордсмен по длине ушей. Кстати, он прирожденный охотник. И ему свойственны такие черты, как азартность и подвижность. Особенностью этой собаки, этой породы, опять же, на охоте, является то, что она, когда что-то находит, находит какую-то дичь, она начинает очень сильно выть. Потому что она может убежать далеко. Далеко от хозяина, далеко от другой собаки. Вот для них на охоте отключается весь мир. У нее вот шоры одеваются на глаза, и она идет по следу. Все, собаки не существует. В этом большой как бы минус многих гонщиков, потому что они даже в такие моменты не видят опасности. Она идет там по следу зайца, а к ней волк подбегает. Еще одна особенность этой породы – громкий лай, переходящий в вой. Услышав его один раз, вы ни с чем его больше не спутаете. А сильнейший враг – одиночество, поэтому очень важно, чтобы у этой собаки был друг в лице человека. У Зары такой друг есть – это ее хозяин Иван. Совсем недавно он вместе со своей четвероногой подругой отправился на соревнования в болгарский город Пловдив, где собака получила титул чемпиона мира в своей породе. Приехали одни мы, защищали как бы нашу... Показали себя, показали собаку, то, что как бы в Приднестровье есть действительно шикарные собаки, не только она, потому что на другие выставки к нам тоже приезжают из России, из Украины, из Болгарии тоже, из многих стран Европы приезжают на выставки сюда, в Тирасполь. Поэтому очень много собак, очень серьезная конкуренция. Соревнования проходили в 4 этапа – в Тирасполе, Бургасе, Киеве и в Пловдиве. Зара уже привыкла к поездкам и к различным выставкам, поэтому легко справилась со всеми поставленными задачами. Показывается движение собаки рысью, шагом и стойка. Стойка должна показать как бы все лучшие стороны собаки, углы ее сочленения конечностей и тому подобное. Зубы собака должна показать. И дать себя полностью как бы ощупать эксперту, если это того требует. То есть он хочет посмотреть, и чтобы собака не реагировала агрессивно. Многие считают, что Бассет Хаунд достаточно ленивая собака, но на самом деле она весьма подвижна и игрива. К тому же она прекрасно уживается в условиях городской квартиры и с большим удовольствием станет верным другом вашему ребенку.